Кто прав, а кто виноват? Несколько месяцев назад наш телеканал выпустил сюжет об электриках, которые приходили в многоквартирные дома и предлагали ивановцам заменить приборы учета электроэнергии. Тревогу тогда забила СК «Гарант». Энергосбытовая компания уверена, что устанавливать и пломбировать счетчики право имеют только они и управляющие организации. На территории города Иваново действует филиал такой организации, как «Энергоконтроль». Сама организация зарегистрирована в городе Брянск, поставлена на налоговый учет. Да, нам известно, то есть мы, общаясь с клиентами, получаем от них информацию, что эта компания позиционирует себя как работающая совместно с энергосбытовой компанией «Гарант». После выхода сюжета в нашу редакцию поступило письмо от представителей компании «Энергоконтроль». В нем они потребовали опровержения информации, которая, по их мнению, порочит деловую репутацию фирмы. Для ответа на вопрос, имеет ли законное право частная компания, такая как «Энергоконтроль», на установку и опломбирование счетчиков, наш телеканал обратился в прокуратуру. В настоящий момент действующее законодательство не предусматривает специальных требований для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вправе устанавливать и заменять счетчики в жилых помещениях правообладателей. Таким образом, таких специальных требований к данным организациям не предъявляется. Получается, что «Энергоконтроль» вправе устанавливать счетчики, если на это есть согласие жильца. Впрочем, стоит отметить один нюанс, который вызывает вопросы. После замены счетчика собственник должен в течение нескольких дней обратиться в энергосбытовую компанию, чтобы уведомить о вмешательстве в электросети. В большинстве случаев граждане забывают об этом. Таким образом, «Гарант» может предъявить претензии по факту самовольного срыва пломбы и бесконтрольного потребления электроэнергии. Соглашение на оказание подобных услуг заключается гражданам в добровольном порядке. Соответственно, ответственность за установку счетчиков и за достоверность подаваемых показаний несет также гражданин, поскольку он является собственником данного прибора учета и несет бремя его содержания. Проще говоря, установить счетчик может кто угодно. Правда, если делает это не энергосбытовая компания, гражданин обязан уведомить о замене прибора учета ресурсоснабжающую организацию. Представитель «Энергоконтроля» уверен, что его компания действует в рамках закона, а «Гарант» попросту вставляет палки в колеса. Электромонтеры «Энергоконтроля» действительно предлагают заменить счетчики, однако предупреждают о необходимости уведомить об этом «Гарант». Мы и сообщаем и собственникам о том, что они должны известить «Гарант». И помимо этого пытались сами передавать заявки собственников в СК «Гарант». То есть непосредственно я приходил, они у меня эти заявления не принимают. Говорят, что от «Энергоконтроля» без комментариев, то есть не принимаем никакие заявления. Если верить представителям «Энергоконтроля», получается, что они не только работают в рамках правового поля, но и стараются помочь гражданам избежать претензий от «Гаранта». Сбытовая компания, в свою очередь, уверена, что монополия на манипуляции с приборами учета принадлежит лишь им и управляющим компаниям. Осуществлять осмотр приборов учета, делать заключение о работоспособности приборов учета, об истечении межповерочного интервала, равно как и устанавливать пломбы на него, имеет право только ресурсоснабжающая организация либо управляющая компания. Представители надзорного ведомства ничего противоправного в деятельности «Энергоконтроля» не находят. Получается, что противостояние может быть простым конфликтом бизнес-интересов, когда две компании борются за право работать на прибыльном рынке по установке приборов учета электроэнергии. В итоге, правда, страдают простые ивановцы, не подкованные в вопросах замены счетчиков. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.